Следующая игра. Э, новиночка, я же обещал тебе новиночки. Просто искрящаяся новинка. Корочка еще потрескивает внутри все. И сам Фишер сказали. Вот сам Фишера было бы интересно, конечно. Я даже не знаю, что я больше хочу перезапуска или что-то типа Conviction или... Ну, блин, Ubisoft в последнее время нормально так переосмысление это делает, собственно, концепция и упаковывает их нормально. Надо все в Watch Dogs 2 поиграть. Игра... Так, я уже не то пишу, потому что <laughs> эта игра немного похожа на другую игру. М -м -м, интересно, что бы это могло быть? Покушал ли я? Нет, бабуль, я слишком занят. Я слишком занят великолепными стримами великолепных игр. Зачем перезапуск Splinter Cell? Ну, много времени прошло, нужно обновить фан, фан базу все дела. Мягкие перезапуск, это сейчас все модно, что не просто же так. Mm, она уже запускается. Лучшая игра, лучшие игры. Это антитеза тупого тупое говно тупого говна. Mm. Ты слышишь эти звуки. Слышишь звуки качественной игры. Слышишь, как она идет к тебе. Да, детка, она здесь, где она? Да. <связывая> 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 Паладины вышли в релиз, так что технически это новая игра. И мы насладимся ей? Знак вопроса, знак вопроса, знак вопроса. Я не знаю. Я не знаю, потому что не заходил. У меня ник в этой игре. What the fuck is this game? У меня, между прочим, 15 уровень, и наиграно 11 часов. Ну погоди, не разбегайся. Мы сейчас посмотрим какой-нибудь батл рояль. Или чего тут есть? Обновление чемпиона Виктора. Они сделали из своей собственной солдатни. Какого-то... Дж -дж -дженери... из Дженерик солдат не сделали он типа граф я даже, я даже не знаю что сказать вообще ни настройки нет чемпиона чемпион но ну, посмотри они наклепали 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 33 34 35 36 уже где-то на 6 на, на 10 героев больше чем для авервоча Возможно, не даже... Я расскажу, чем паладин лучше овервотча. То есть без кликбейта, без шуток. По крайней мере, были. Не знаю, как сейчас. Много чего изменили. Давненько не играл. Не знаю, что вот это за рожа. Ну, да. рожа. М -м -м -м. На, панакоту. на панакоту. Ах ты, шутница-проводница. Спасибо большое. Он похож на какого-то хаусита с таким болтером, смотри. Но мы за него должны сыграть. А -м -м -м. Хан, первый воин дома Айко. Айко, это игра такая. Однажды патриарх дома... Нет, нет, нет это неинтересно. У меня, кстати, очень много идут золотишка, возможно, поэтому. Ну прям ваховский чел, надо за него поиграть. Способности. ё как много. Тяжелый болтер. А, ну то есть они даже не скрывают. Ну, как бы это абсолютно визуальный клон всего и, и вся. Кстати, по-моему, графончик немного подтянули, потому что это выглядит. То есть, как бы это Риппер, ты подумал, что это репер, а это на самом деле не Риппер, это макри. Не ешь его. И всякое такое. Господи, какая-то тут свалка из кастомизации. Вот это вот. Мне это нужно, как это взять дух, охотник. О, oh, кстати, да. Um. Чё это такое? Это спаун охотник на демонов с мохнатой рукой? Чё это за скин? Да, это игра, из которой Близзарды украли Overwatch. Да, все, спали... все спалились, ребята. А... Um дурацкий. А я могу, наверное, как-нибудь переключаться между героями? Нет, не могу. Монах, тибетский монах с дробовиком, естественно, естественно. Дженерик, гном, дженерик гнома. Team Fortress 2, здравствуй. Кто я уже не видел? Вивиан Коварная. Экстра-сек. экстра экстра Нормально, это, это, это мы будем мынить данного персонажа. С прической Фиоры, экстра thick, баба с ружьем и, 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 и двумя летающими, я не знаю. Так, лимитированный байкерша! Какая она байкерша, у нее такие-то байкерские очки. Лимитированный красноречиво! Ничем не отличается, абсолютно ничем. Абсолютно ничем. Ну это, наверное, больше отличается. Нет, ничем, вообще нич ничего, ничем не отличается. Экстра thick! Единственное, что нужно знать про данного персонажа. Вивиан. Но у нее ружье, действительно. Джейн берется за ружье, или как там было. Но... Ну, вообще, да, Виктор был по дизайну отвратительным персонажем. Зачем был лысым. Это, наверное, мем какой-нибудь в сообществе П паладинов. Господи, сообщество паладинов. Скинчики, скинчики. У меня что-нибудь есть? Как посмотреть, что у меня есть? Хаки, это мое. Как это активировать? Смена оружия? Господи, смена оружия, скины, оружие. Ой, нет. Что у нас еще есть новенькое по героям? Вот это вот была, по-моему, имбовая фея. Судя по тому, что она у меня пятого уровня, она была имбовая. И она была фея. А Существенно... у меня Виктор, между прочим, седьмого левела. Так, это я все видел. Человек с несимметрично, с не в перспективе нарисованным шлемом меня заинтересовал. Саппорт. Ты меня заинтересовал чуть меньше. Ну, у него прикольно -пист -пи 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 пистолет-пулемет. Такой, я, я не знаю, как это называется. Бери феечку, говорят. Да сейчас разберемся. Ты старый тиран. Да, это просто дженерик. Ну, здесь все дженерики, как бы. Тут, наверное, самый смешной персонаж по дизайну, потому что это фара. Но на самом деле это летающий дракон с пушкой. Да, они, наверное, по визуалке немного прокачали. Так что, версия 1.0, если кому-то интересно, паладины. Именно поэтому я зашел в данную игру. Так, вижу он еще новый персонажа. Старье, старье. Лучницу переделали в арбалетчицу. Ну, такие-то пропорции у всех. Люциан. То есть это... Люциан! Просто Люциан! Кто, кто знает, тот поймет. Кто не понял, тот вот этого тоже не видел. Ага, это еще одна баба с ружьем. Ну, цель на вечер нормально такая, опять же, в микротрусишках. Хоть одна компания в данный момент может микротрусишки себе позволить в игре, а это может, потому что это говноеды. В смысле, ладно, это все было м м маленькие девочки, опять же, к вопросу, к разговору Last of Us. Моджи! Ух ты. Прикольно. Такого не было. Друг драконов. Это у нас что? Ассасины, между прочим. Ну, один дракон немного, может быть, как-то его нужно было усыпить. Так, это было Грут, Ракета Совсем ни, ни, ни на кого не похожий персонаж. М -м -м, на роботе-то. Это было, это было, вот этого не было. Выглядишь абсолютно как конченый мужик с ружьем. Интересно. Поиграть еще и за мужика с ружьем. Тебя тоже не было. Ты кто такой? Какой-то майянский, в смысле майя. Ацтекский, я бы даже сказал. Да, пацаненок. Демон из рода Ска Скайрим. Хорошо, тебя тоже, по-моему, не было. Много персонажей наклепали. Нужно им отдать должное, там что-то типа каждые две недели пытаемся выпускать или что. -то. Погнали играть! что нибудь осталось вообще, или можно просто вырубить стрим, потому что уже никого нет, и я просто пойду там чаек попью или что-нибудь такое. Я, я, только сугубо в надежде на это. Да? Типа, никто... Нет, даже прибавилось, ты глянь. Паладины, прям на паладины народ следился, как мухи. Играть. А есть батл рояль они же то они что-то сделали батл-игровые режимы, сопровождайте их рус, квалификация, ран, да, сейчас в ранке, прям сразу осада. Что? что это за бои на местном рынке? Схватка. Главное цель, которая говорит убийство врага. Я хочу. А где батл рояль? Куда тыкать? Тут есть? Его убрали, говорят, отвратительно просто, никогда не буду донатить. Battle пас, ты чё, тут же еще и батл пас они из фото... Тащут, в... тащут вообще из всех игр, ты просто заткнись. Battle пас из Фортнайта, игра... Так, так, Select так, так, your champion. А, менять же нельзя. Так, 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 я растерялся, где самые сочные бабы микротрусишки? М -м -м, здравствуй. Подай ее шмаляла. Спасибо, раб. Так. Не надо там Голосовой набор. Э, эмоция, ничего нет. Э. Коняка есть. Ой, на коньяке сейчас поскачем. Эксклюзив, что это такое? У нее будут. У нее будут э, пара носа идти. Граффити! А, ну еще и граффити действительно. Куда куда бы нам в данной игре без граффити? Какого Fortnite, это из Dota 2. Конкретно вот этот сезон э, пас ну, типа Battle пас это чисто из Fortnite Customize игроков. your champion. Нет поддержки! I да и ляд бы с ней. Посмотри, кто у нас есть. Ну, ну, такие себе ребята. Я знаю, что вот этот танк, и он типа мощный. Дед, дед с каменной рукой он мощен. Мы вылетели или что? Загрузка. Экран, опять же, ничуть на Overwatch не похож. Коски, а почему ушел с Ютуба? Ну, типа. А ты давно заходил на мой канал? Вот чем вопрос. Мне кажется, я настолько живым на Ютубе <laughs> давненько не был! В очереди схватка. А, на народ просто ливнул нормально. <реш решили, решили с таким не связываться. А, где моя, где моя ненаглядная? Я на нее сейчас куплю просто всю кастомизацию, какая только есть в данной игре. Богиня! А я не могу. Не, богиня, там микротрусишек не видно, только при определенном ракурсе я вообще никогда не куплю. Высший эльф! Мммм... Хороший скин, как его получить. Сумрачная. Это же просто перекрас. Кому ты? Кому ты вообще пытаешься это навязать? Золотое фамильное ружье. Конфигурация. Вот-вот-вот, самое интересное, на самом деле, это конфигурация. Расскажу про нее чуть позже. Если вообще расскажу, если они. И что у нее вообще нет трусишек. Тут ты не прав, мой друг. Ну, вообще, да, эльф-то получше. Эти знаменитые эльфы... Э -э 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 эльфы среднего запада с ружьями. Такими прям, да, винчестерами они прям будут, чик-чик, чик-чик. Давай скин без трусишек. Это, к сожалению, не та игра. А мы играть будем? Нет? Сколько там онлайн? Чё? Мне нужно перезаходить? кого? Там оно подвисло просто или чё? Потому что первый раз игру нашли за, -за секунду. Пишут, тизер персонажа в Лиге Легенд. М -м, еще был Лигу Легенды в 2018. А я и играю. Не видосы же делать. Ну-ка, ну-ка, тизер, тизерок. Не вешай срок. Потрошитель из кровавой говни. А это же саппорт будет, наверное, да? Ну зачем мне саппорт? Нет. Ну я же, я же не девочка. Ну прикольно, пиратский, пиратский у них с этим. Прикольный саппорт, давно мрачных саппортов не было. Я не знаю, зачем вообще новых чемпионов выпускать. Сколько там в доте за последние пять лет вошло чемпионов? Два. Пишут, поиск игры тут очень долго, можешь и 20 минут ждать. Но когда она была в закрытой бете, поиск был довольно-таки недлинный. Сколько, нормально? Ну нормально, нормально. Сейчас главное богинюшку схватить. Богинюшка. Я, Я заинсталочил. Нет, конечно же, я не буду. Нет поддержки. Ха-ха-ха, смеюсь тебе в лицо. У нас есть Мега Бомбермен, у нас есть Турбо Шлюха. У нас есть Мордекайзер, который, в смысле... Какого зовут, какого зовут, какого зовут, какого зовут, какого зовут, какого зовут, зовут. Я не вспоминаю, я просто щелкаю пальцем и говорю, какого зовут быстро. Рейнхард! Сенайпа! Погнали, погнали. Натиск обитель мастера карта от абсолютно отвратительный здесь по дизайну. Все 30 тысяч онлайн, говорят. Ну и хорошо, и она живая. Она живее всех живых. Все, мы готовы. Мы готовы. Мы готовы к игре. Есть танк и хил, это а успех для режима схватки. Говорят. Сейчас все будет. Так, надо какой способности. Лошадка! Все выбрано. Смотри способности. К. А, фамильное ружье, прямой урон, фамильное ружье, которое передавалось. Зачем мне ждать знать, что оно передавалось? Ммм. Откуда же, какой знакомый, загрузочный экран? Я думаю, они сами его придумали. Господи, такая сборная солянка из других игр, я просто не могу... Я не могу не орать с этого. Они делали хон? Или не они? Выберите талант. No Если бы я знал, что делает мое чего, поэтому я, к сожалению... Так, 8 боеприпасов на 8 больше урона. Я, я потом, я, к сожалению, не могу выбрать, поэтому ладно. Боже, вот <свят> от ковырялка. <свят> ладно, стреляем из кристаллического ружья, перезаряжаем кристаллическое ружье. Убивайте врагов и удерживайте. Я не успел прочитать. The battle, the battle, захватите. Так, ладно, почитаем способности. Зачем я читать, что это фамильное ружье, которое передавалось в ваши 400 урона каждый день эффективно на среди дистанции? Очень интересно, очень интересно. Скажите еще. Вы производите мощный выстрел, который наносит всем врагам перед спарить. Очень мощный выстрел, все просто содрогнулся, а земля содрогнулась, присутствие, удар по области, блин, уже three, все. По... Two, К сожалению, не успели, пора наконец коне скакать. Как известно, в, люб... <laughs> в любой игре 2018-го, ща бы до, ща бы 30 метров до места схватки на коне поскакать, а то без этого, так, это можно захватывать, но нет, я так, сикольно...

так, а урон. урон по области, зари ружье. Это похоже на какие-то манекены, которые она. Дальний выстрел, который проходит с кусоков. Короче, на снайпер. Здесь только основная атака. Прямой урон вы будете Да нет, это escape. Я кстати предмет не купил. Что за черепаха? Черепаховец! Не, ну я, я стрелок, меня будут фаншеры, всё, особенно. А как предмет купить? Ага. Мне бы лайфстил какого Атака, вот это лайфстил. Исцеление цели. Нет, целебное убийство. Убийство устраняем, бэ 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 В омоложение. Вампиризм, вампиризм. Может быть, немного повы... повысить мою погибаемость. Потому что череповецкий работает скипень, не имею, вы У меня смотри, какой ружье Мы захватили или кого? Кстати, дамаг. Ну кстати, убил Передрядка долгая. Через... Захват. Индикатор. А, мы уже захватили. Здесь вообще, наверное, захватываем просто. Она ультанула! Ульта. Он ул. он ул. он ул. он. Ваша благородная кровь дает вам иммунитет к этому контролю на одну секунду. Вы производите мощный выстрел. бу 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 Мор-мор-мор-мор-мор. Тут набил или что? Ну, карта абсолютно отвратительная. Они здесь все такие. Вот это, наверное, самое... Ну-ка, моя благородная кровь. На ну, какую? На Е. Какая благородная кровяно. Благородная кровь! И ничего там не нанес никому. Ну no... well, такой себе герой у него три атакующих способности и подкат, примерно. Очень интересно. <звы> По-моему, у них просто очень жирная команда и... Что за черепашонок? По-моему, у них просто очень жирная команда и... Мы их не можем передомогать. Точнее, просто убить она. Overwatch для бедных, спрашивают. А, -а, а здесь есть некоторые наработки, которые делают его интереснее, чем Overwatch. Ну, как бы такое. То, что Overwatch не помешало бы подсмотреть. Здесь на У Я тоже нет, не коней, не коней. прокачку, сейчас покажу. ясно добегает же точки и тебя не просто не ультой разображает оттуда. Отвратительная карта, господи боже. Когда они украли из Да, вот штука вам больно дамажит. Там. Вообще, если попадать там урон-то неплохо, по 400, а у меня, например, Ага, Еще раз раз попадать. Хоть чем-нибудь. Ой-ой-ой, убил. Кила там ничего не... А, предмет, -то, То есть я допускаю, что люди от этого могут получать удовольствие. Особенно те, которые в Overwatch. Как бы, как бы не, не оскорблялись фанаты данной игры. Фанаты. Фанаты, фанаты скобочка-разработчики данной игры. Ну это, блин, клон Overwatch, давайте ну, им его Более мобовый, там, это уже, это уже... Полетел. Менем, менем, менем. Еще немножко лайфстила и, наверное, дамага бы надо побольше. Так, все дроны объектом, щитам, движение цели. Перезарядочка, у меня очень медленная перезарядка, поэтому возьмем перезарядку. Мы получаем удовольствие, потому что игра громче тебя, тебя. Проблема в том, что я не читал чат. А что, ничего не слышно было, да? Я рассказал историю всей своей жизни. Понимаешь, в чем интерес? Понимаешь, чем интерес? Я рассказал все, 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 рассказал. А ты ничего не услышал. Но это были твои проблемы сугубо, не мои же. Ну я надеюсь, что... Ты... Ой-ой-ой, она ультанула. Блин, Ноктюрн ультанул. Она еще и протормаживает. Чё ты такое вообще? Кто ты? Мы сейчас проиграем. Я надеюсь, вы услышали хотя бы то, что карта отвратительная и то, что никто в это не играет. <связано> Нам нужно, блин, контестить свиньи в бой. Убил. Можно еще одного? Ой! Да. Ну здесь тоже убить было бы проблемно. Пишелось, гуфффски в паладинах. Разработчик, залогинься. Противоударный. Да, но мне тут уже выбирать ничего, потому что мы проиграем примерно через полторы секунды. Игра орёт. Ну почему? Я же тише сделал. У меня там, у меня там убавлено 40, децибел. дБ. Делай вид, что ты пытаешься целиться в голову. Я, кстати, не уверен, что здесь есть хедшоты. Но из такого оружия вообще... А где у них вообще голова? Ты видел вот этого гоблинца? Не, ну танка я не перестреляю. Это не моя работа, я всего лишь АДК. Ой, ой, убил. Кто ты? Почему ты на каком-то тигре в какой-то балкон? Мы проиграли, ты не захватывал. Ничего не слышно из-за самой игры. Сейчас должно быть... Ой, это я, это я должен убить. Но мы проиграли. Нужно всем стать по-братски здесь и контестить вообще до конца веков. Ладно. Я говорил то, что от этого можно даже удовольствие получать, если ты никогда не играл в нормальные игры. Вообще в игры. Ну все, мы держим и никуда не уйдем. Договорились? Или они все равно захватывают какие-то баллы, получают? Нет, они. Или если они будут контестить, будут баллы. Вот. По-моему, женщина с медвежей шкурой, она немного посильнее меня. Да, это отвратительно. Когда контест идет, они все равно. Еще говорят потише. Нет, нет, ну вы ч? Я же вижу графики, не может быть. Р -р -р Ракетный муженек победил. Дива, ракетная зеленуха победила. Это момент матча, между прочим. Смотри, как было скиллово. Захватывающее. Как она, как она стреляла своими некрасивыми... Пишут при стрельбе слишком гномка. Гномка. А, какие-то штуки какие-то не абсолютно интересно. Так вот. это было отвратительно, о чем мы. Но. 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 Во-первых, она, она хороша собой. Что вам еще нужно? Да. И здесь есть... Конфигурация. И конфигурация это то, чего не хватает, например, в Overwatch. У нас есть четыре обилки. И каждая обилка, ее можно немножечко настроить, чтобы немножечко разнообразить геймплей, скажем так. Если бы я еще знал, что я вообще делал. Но мне не хватало, на самом деле, выживаемости, поэтому... Ну, видимо, здесь можно за счет э, все-таки... Покажи других богинь. Ча, что-нибудь еще за... сыграем. Ну режим тупой, сейчас может быть тележечку лучше потолкать, потому что режим абсолютно отвратительный. Вас нельзя замедлить, ваше здоровье увеличено. В общем да, за счет вот этой кастомизации у тебя есть как бы ограниченное количество слотов и очков, в которые ты можешь пять карточек вставить. Картишечки, как в Warframe или где-то там еще раньше уже было. Ну, возможно, это где-то и было, я не буду спорить, но это лучше, чем ничего, потому что какое-то разнообразие дает. Попадание исцеляет вас. Вот это вот все. Перезарядки. Это прикольно. Это мне нра. И в какая-нибудь такая система не помешала бы. Так. У нас есть еще вот такая вот турбо... тур ту, 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 турбо женщина Осаду Осаду. Я, я завожу осаду, между прочим. Сич, где она, где она, моя Фиора? Нет! А, в смысле, а здесь ты старый хрен. Э, отдай. А за кого я тогда играть буду? Раз, разобрали всех. Ну, я тогда за Хаусита с Болтером поиграю. Ничего себе, как он врывается. Ну и подумаешь. Играл я Батл да, немножко. Ну и подумаешь, за хаусита -то сейчас тогда. Автоматическая покупка предметов, возможно, стоит, а возможно, нет. Так. Тяжелый болтер. Это большое стреляло. Вот здесь вот спасибо, что без всякого фамильного болтера, который ему достался от хаосита. М -м, вы активируете бастион. Так, это танк, что ли? Прочностью 6 тысяч единиц восстановления, если не используется. Все. Вы, вы спускаете. Ужасный рев. Эх, не успел все прочитать. Всю игру просят потише. Сейчас, блин, ты останешься с одним моим голосом. Может быть, ты этого и просишь? Грубо да извращенец. Уже никакого звука нет от игры. Ты меня все троллируешь и троллируешь. А я все ведусь и ведусь. Кто нынче моя жена? Спрашивают. Б Капитан Марвел, знак вопроса, ее еще не показали. Да что-то как-то нету, наверное. Что-то я вспоминаю последние медийные события. Что-то как-то не завезли жены. Слишком бо... понятно, короче, чат меня троллирует. Все по классике, все по классике. Спасибо. Она еще и... Черный экран у меня. Чё за звуки? Э? Э? Какой-то звук слышен, как будто кто-то в соседней комнате харкает. На, послушай. Слышишь? Вот это вот слышишь попискивание? Страшно! Скрипы какие-то. У них там мыши завелись в игре. Это из игры, это, 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 не, не из меня. Короче, все. На этом плодины закончились. Давайте поболтаем немножко. Я не знаю, блин, отвратительные игры. Вообще игры были ошибкой. Очередной стрим, который нам это доказал. Переформатируемся в КВН обзорщика. Нет, игра не запустится, очевидно. Будем сидеть здесь, и мне очень страшно это слушать. Все. Ам. Это эскиз. Нет. Нет, киса себя перезапусти, говорят. Но, блин, еще разок Вы еще. Нет, это ОБС сейчас вырубится. Когда КВН. Ну, не знаю, мы, наверное, од... четверочки досмотрим. А в любом случае, полуфинала это уже осенью, поэтому будет понятно, что с полуфиналами делать. Четверочки досмотрим. Мы для Рофла посмотрим один, один какой-нибудь э -э высшей лиги. В смысле, Премьер лиги Стрим. стрим. Посмотрим одну игру Премьер лиги чтобы ужаснуться окончательно качество юмора. Пишут жди. Да хрена там лысого жди, я уже в 4 нажал. Там чел пишет, грузится. Хе-хе-хе-хе. Смешно. <смешно> Пожалуйста, вернись на лайв-канал, ты таким классным обзорщиком был. Ну, лайв-канал, может быть, когда-нибудь под каким-нибудь нужды можно, конечно, оптимизировать будет, если он не совсем помер. Ага, до свидания, понятно. Ладно, посидим на загрузочном экране. Скажи мур-мур-мур! Вообще не слышно, потому что я... мур 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 Спасибо большое за донаты, за поддержку стрима. Вырубить громкость, будем сидеть на загрузочном экране, очень красиво смотреть загрузочный экран. Наблюдение? нет. все вот так вот. Громко, тихо смотрели. Игра плохо реагирует на альтап во время загрузки. Я это прочувствовал. Видел тизерного чемпиона. Видел. Go Overwatch никогда в жизни. Стрим на мой день рождения. Как приятно, Гуфеня. Ну да, только игры какие-то совсем не игры. Радуги давно не было. Радуга не совсем стримецкая игра, как по мне, поэтому... Да вообще мультиплеерная игра. То есть это именно сидеть целенаправленно какую-то одну игру надрачивать. Fortnite, вот это вот все. Время важных вопросов фэмбой или трапы. Мне кажется, это не настолько важный вопрос. Мы еще не настолько пины, Чтобы на это отвечать. Фэмбой или трапы? А что такое фэмбои? в чем разница между фэмбоями и трапами, простите? Фомбоиты, которые косят под девочек, но не пьют гормоны? А в чем смысл? А в чем смысл? Смотрел Юнсейн. Нет. Стрим по of Eternity 2 будет. Нет. Какие RPG-хи вообще? Тебе ни сингл, ни мультиплеерные игры не устраивают на стриме. Да, мы здесь сталкиваемся с дилеммой и с очень узкой прослойкой игр, которые на стриме возможны. Потому что в хороший сингл мне самому интересно поиграть, а не на стриме сидеть спойлеры ловить. Когда новый трек что-то типа никогда. Но мне нужно какое-нибудь новое амплуа, я думаю, что-то типа как бы исполнительница гречка. Я думаю, тоже как-нибудь назваться там сосисочкой не начать петь такой, перепевать Земфиру и такой веселый женский инди-поп-рок. Стрим по что никогда. Ну не будет, но это шутка была. Целест на свит на свич. Нет, Целест я не брал никуда, но говорят очень хороший. Скидона подождаться. Да он же и на ПК есть. Обзор на Switch, свит... когда я ему сделаю, обязательно сделаю. Я наснимал зимой футажи. Около мусорки Switch стоит, спойлер. Уже как бы не зима немного, но... Но это было, кстати, это было поздней зимой такой, типа, в марте. У меня есть футажи для обзора на Switch, поэтому ты чё? Layers of Fear, Bully, Heavy Rain, хоть что-то из этого будет. Ну, кстати, Layers of Fear, я бы... У меня звука не было из нее. Поэтому, если со звуком настрою Layers of Fear, поиграю. Возвращайся в Тарков. Нет. Булли так и не застримил. Ну, кстати, скоро День защиты ребенка, 1 июня. Вполне себе Булли. Перезапускаю в очереди. Надо было ждать, это уже звали действовать стример. Я читаю чат, то что люди хотели. Слушал Гуфенского, хохотнул, вылетела сопля. Ну, это сопля смешнее Гуфенского, поэтому ты, ты не в проигрыше. Давай делать штуки. Надо делать штуки, да. А чего не стримишь на ютубе? Да что-то как-то были попытки, но ну, не на основном канале это точно, потому что очень странно это все дело, размывать аудиторию, все дела. А у меня то ли с прошлым провайдером какие-то проблемы были с ютуб-стримом, поэтому... Да на самом деле на Твиче нормально. Goof Quake Champions. Ну что вы все мертвые игры-то вспоминаете? Просто панк. Она же какая-то не очень... А на good game. Ну что вы мертвая система Вообще надо еще и ВКонтакте, да? Или ВКонтакте нельзя стримить их параллельно с другими сервисами. Надо, короче, на все платформы замутить стрим. Вот это будет неплохо. Тогда следующий стрим начинается. В инст... Ну еще и в Инстаграм воскресить, да. Че, Солести так прям хорошая игра? Ну, нужно бы, да. На Game можно киностримы устраивать. Ну, это очень странно. Это надо с вебкой сидеть, конечно. Кому, блин, интересно просто сидеть, слушать голосок. Ну, кому-то, конечно, интересно. А зубы еще. Ой, все, все. Перископ, да-да-да. Перечислить все. Перечислить все системы для стриминга в чате. Это очень интересно. Atomic Heart, видел трейлер. Да у них еще и тизер был прикольный, все как бы так возбудились по трейлеру, там же еще и тизер был, примерно в таком стиле, и достаточно интригующем. Ну, пока непонятно, что это будет до конца, и типа, как могут русские сделать, как могут русские сделать что-то хорошее, в смысле, сделать что-то дорогое, высокобюджетное, и биошок, поэтому. Вдруг это по трейлеру выглядит так же хорошо, а играться будет примерно, как я сейчас играл в эту игру, которую название я уже забыл, в City of Brass, что-то такое. Забросил ли я твиттер, я бы почитал. Да я и не планировал в него ничего писать объективно. Почитал твиттер, это очень странно что-то. Твиттер это своя экосистема, в которой мне неинтересно находиться объективно. Давай еще вандерзин почитаем. Какие еще есть сайты, я думаю, лихораджи. Фурфур? Фурфур это хуже, лучше, чем вандерзин. Не, фурфур, по-моему, это что-то более-менее нормальное. Вандерзин это самое качественное, что есть. А, или фурфур -фур вообще. Да, фурфур -фур вообще закрыли, забей. Как тебе трейлер второго сезона «13 причин почему?» Я не смотрел трейлер, я посмотрел тизер, который типа монтаж. М -м ну, не монтаж, ну, господи, как это называется? Ну, типа без кадров из сериала. Да? Специально, ну, тизер, прям тизер. Чем тебя Никсель Пиксель не устраивает? Да все меня все устраивают, господи. Как вообще можно не устраиваться по поводу кого-то, по его интернетам деятельности или амплуа или каких-то. Нужно с человеком пообщаться, а потом уже решать, устраивать не устраивать. Меня все все устраивают. Я вообще за добро и позитив. Давай Никсель Пиксель смотреть. Ну, какой-нибудь будет еще просмотровый стрим. Трейлер Хищника. Нет, еще не посмотрел. 13 причин, почему очень прикольный первый сезон, атмосферная такая подростковая драма с клевыми персонажами, ну хотя, конечно, там перебор с драматичным переплетением сюжетных линий, назовем это так, не совсем понятно, куда идти во втором сезоне, но там есть как бы интересные крючочки. Гоу смотреть трейлеры началось. Да сидим, общаемся, чуть и не нравится. Сейчас скоро по домам пойдем меня игру в названии или забанят». Меня не успеют забанить, я убегу. У ты создан для Хардстона, а Хардстон для тебя». Нет, Хардстон никаких эмоций вообще не вызывает абсолютно в последнее время. Как бы в одиночку там арену скатать еще окей. Играть в это, в смысле стримить, нет. «Смотреть Гуфовского». Я ни разу не пересматривал собственные видео. То есть, э, сделав видео, а когда ты делаешь видео, ты его пересматриваешь в районе 10-15 раз. Это только финальные такие просмотры, когда что-нибудь там потюнинговать. Ну ладно, не 10, 5, ну там 5 раз в среднем, да. Особенно, когда последний видос там по 10 минут, это начинает уже какое-то невероятное количество времени занимать. Ну я думаю, на миллион подписчиков, типа никогда, устроить стримчик и пересмотреть все видосы будет прикольно. Видел Iron ты вроде мультиплееры колды любишь. Такое, да. Попробовать рогалик старого доброго языка. Так я же и играл в рогалик от первого лица только. Как те новые авенджеры. Хорошо. Но ну, не, не скоро будет фильм уровня новых авенджеров в том плане, что просто звезды должны так сойтись, да. То есть четвертый Мстители, учитывая то, что после событий третьих составчик немножко скорректировался и, по сути... И, по сути, там у нас есть оригинальный состав. Четвертые Мстители Будут по подаче материала совсем другие. Видон, Вообще Уидон умер за все грехи. За третьих Мстителей умер Уидон. Потому что он во вторую часть пытался впихнуть абсолютно нереальное количество всего. И раскрывать персонажей. Вводить новых. Это вот все предыстории Черной Вдовы. Которые никому не нужны. И злодеи неинтересные. «и...», и он сам не справился. И... Рухнул под этой горой материала, скажем так. И Marvel нужно над этим должное переформатировался, немного изменил формулу и последние фильмы. Они, конечно, стали друг на друга похожи, но вот конкретно третий мститель, мне кажется, и стилистически довольно-таки хороши. Мне кажется, по режиссуре они немного сосут, в том плане, что, учитывая то, что весь фильм, по сути, CGI-мультик такой, да, с виртуальной камерой, компьютерный мультик, особенно там, когда условно дерутся Танос, Железный Человек и Человек-паук, это все компьютерные модельки, и ты там можешь камеру вращать абсолютно как хочешь, да, но что-то как-то вот именно по интересным операторским планом, полетом камеры ничего интересного происходит. Вроде экшон-то прикольный, там сама хореография экшона прикольная, но конкретно... Я еще пересмотрю, наверное, схожу разок, может быть, мое мнение. Абсолютно даже очень важно, поэтому, да. Там Форест релизнулся, давай глянем. Но это все выживачи, кто в это играет? То есть, как бы есть куда расти именно, условно говоря, по качеству экшона. Мстители сосут яйца. Ну, пускай сосут, это в чате. Как бы. Ну, окей. Это, блин, это развлекательное попкорн кино. Это мимолетное развлечение. Fortnite за Таноса. Как тебе операторская работа в God of War? Ну, это интересно. То, что они там сделали. Вся игра проходкой. Камера, приклеенная, по сути, к персонажу. Это амбициозная такая задача. Перед ними стоял, и они с ней очень хорошо справились. Ты это перестаешь замечать, это в середине игры. Все усилия, которые на самом деле оператор прикладывает к своей работе. Но первая половина игры это выглядит очень круто. Мой сезон форс-мажоров. Я где-то на пятом дропнул, наверное, поэтому нет. Как произошло, что ты больше не общаешься с Мэдисоном? А я особо не общался. Я ему что-то написал, типа, когда он что-то делал. Потом он мне написал для видоса, попросил. И на этом пару раз еще списывались. Но мы не общаемся, нигде не пересекаемся. Я грустный. Это я обычный. Возможно, я по жизни грустный. Окей. Как думаешь, Самойлова выйдет в финал, и каковы ее Я видел репетицию, какая-то там отвратительная песня, и она стоит на горе, поэтому... Она еще и в полуфиналах. Ну, если не выйдет, то это будет... Ну, если не выйдет, скажем, то, что нас все ненавидят просто. Это же неправда, да? Посмотрел я Гоголя. Не, не смотрел. Это же, это же сериал, по сути, разбитый на три фильма. Да фиг знает зачем. Когда новые видео в мае, есть планы. Не грусти, говорят. Я абсолютно не грустный. Будет ли видео, видос на тему новой Евровидении? Mm, я посмотрю насчет формата, если чем-нибудь будет там интересное. Как бы. Каждый раз один и тот же формат из себя выдавливает. То есть я понимаю уже то, что на iPhone точно не будет в этом году видоса именно с, с, таким же форматом, просто смешной озвучки я делаю воздушные кавычки конференции, потому что сколько можно. Я последний себя выдавливал, просто, блин, бил себя по пузяке и старался. Ну, короче, как пойдет. Середина мая почти, блин, ну, время, конечно, летит, да. Почему ты не выполняешь планы? Прокрастинация. Есть хороший очень TED Talks, лекции TED, лекция от Тедди. Там есть очень прикольная про прокрастинацию видос. Планирую постримить Айзека в... в, мае. Ну, если выйдет какой-нибудь Айзек 2, я его постримлю. Стрим по что, -то, где, -то, когда? Нет смысла, это неинтересно. Можно ли вновь на рынке увидеть разнообразие РПГ? Но в ближайшее время нет. Рынок под сессионки Все провалились, пытаясь сделать клон Вова. И сейчас выжил, по сути, только Вов, WoW, и там всякие мелкие прихлебатели, типа финалки, и какого-нибудь э, Тесс Онлайн или как он называется. В ближайшее время нет. Сейчас я буду делать клоны батл Рояля, опоздают на пару лет, когда кто-то изобретет уже новую формулу и брос бросится в новую нишу делать другие клоны. Мат говорил, что ты его из друзей удалил, и, ты был, и он бы был удивлен, так как хорошо к тебе относился. Ну, у него биполярочка немного, и поэтому то, что он говорит на стримах, не всегда соотносится с его отношением, и невозможно понять. И как до меня дошла инфа, что нелестно отзывался, и я что-то бомбанул. Считай так. Это все, блин, сиюминутные такие возня, поэтому... Здесь мы с ним когда-нибудь пересечемся, я думаю, нормально пообщаемся. У меня у СМОБИ полярка, поэтому я абсолютно понимаю. Я абсолютно понимаю, каково это, грубо говоря, на, на стриме сидеть что-то нести. Я вот не вспомню, о чем говорил минуту назад и какое мнение высказывал и как оно будет соотноситься с моим мнением, высказанным сейчас. Это очень сложно. Ты заставляешь себя делать видео по 10 минут? Нет, не заставляю. Я пишу заметочки о первом, грубо говоря, впечатлении и потом из них форматирую текст. Нет, не заставляю. Есть идея плотно на стримах сфокусироваться. Нет, это пердешь в пустоту стрима, которые после себя ничего не оставляют. Как э, разовое развлечение периодическое, да, как карьера. Карьера. Мне не нравится. Что тебя на видосы вдохновляет? Ну, условно, это инфоповодом можно назвать. Тема, которая мне интересна, скажем так. Wild West Online вышел в Steam. О, oh, это же Red Dead... Ну вот смотри, вот в Steam вышел Wild West Online. Ну, я просто не люблю, как бы скажешь, а потом уже ничего не сделаешь, что сказал. Red Dead Redemption для бедных вышел. Ммм, mm -hmm. Блин, 1200 рублей, вы чё? В основном отрицательные отзывы. Ну, вполне себе тема для видоса. биполярочка актуально, это вообще не кул. Cool. Да, сейчас все просто называют модными словами то, что на самом деле с ними. Во, Хайден Фолкс, вот это я постримлю точно в следующий раз. Подарите! Ладно, деньги верну. Все, вот и нашлась игра для следующего стрима. Буду искать человечков на стриме. Договорились. Может быть, на выходных не знаю, но. Так, это нужно в список желаемого. Все. Вот это вот, вот это вот игра для стрима качественная. Можно, в принципе, сейчас все запустить. А где, где, где взять? Где взять? Где мне взять? Не, не, не. Хотя уже время подходит. Ладно, в другой раз. Посоветую сериал «Робот просмотрен». Все известные, начиная от настоящего детектива, смотрены. Ну, я сейчас «Годлас» буду смотреть, который Netflix про ковбойчиков. И «Handmaid's Tale» рассказ служанки тоже перехайпленный. И «Вестволд» второй сезон, если хотите быть в курсе и, типа, не словить какие-нибудь критически важные спойлеры, если они там будут. Свободное название. Биполярка и депрессия любую грустинку, которая на тебя свалилась ежесекундную модно называть. Поэтому это все слова, да. Игра меньше 100 рублей идеально по стриму. Блин, ну не пали. Почему не стримишь всякие новинки наподобие симулятора ТПА и того же выходящего из Детройта? Даже если будешь молчать, люди будут все равно смотреть. М -м -м, потому что это сингловые игры, которые мне интересны. И по которым все-таки я постараюсь делать видео. У меня много заметок по God of War. Но полноценный обзор уже пилить на 15 минут немного поздно. Но, возможно, какое-нибудь мнение сформирую еще насчет God of War. Посмотрим. Как пойдет. Последними занимаюсь смотрел. Я так и не сходил, блин, на украсть прощальными цветами свое сегодня. Мир Дикого Запада за шквар пишут. Но это такой лост, который пока не скатился, окей. Не must have, но можно смотреть. Почему нельзя постримить и сделать видос? Да, мне просто не интересно стримить такие игры. Ну так, как бы. Не, ну конкретно God of War. От немногих игр, ты скажем. Это очень редкие игры, ручной выделки, и поэтому их их приятно в одного посидеть, покайфовать. Есть ли в планах смешной видос. Нет, у меня серьезный аналитический канал, поэтому нет. Последнее видео слишком длинное, смотрится тяжело. Не думаешь делать их поменьше хотя бы в 2-4 минуты? Mm, посмотрим, нет. Мне нравится в районе. Ну такое, короче. Сложный вопрос. Хочется как бы в видео рассказать цельную историю, скажем так. Почему ты так и не посмотрел мост оригинальный? Ну не знаю, почему я до сих пор здесь сижу и не из окна выпрыгнул? Забудь про игрокритику, критику тебе не пойдет. О чем я занимаюсь то вообще? Ну, не то чтобы прям игра критика, но так. Десять минут мало, ждем 45-минутное видео. Даже не проблема, наверное, написать его. Это неинтересно, я не знаю. Но это такое. Ну его монтировать умрешь просто. Главная проблема. как относишься к Зулину. Я что-то смотрел у него из последнего, но не Evil Within, потому что я все-таки планирую поиграть. Но я что-то смотрел нормально и... Ссылка удалена. Посмотри, пожалуйста. Тебе понравится. Джоджи. Да мне не нравится, что Джоджи делает Фильти Фрэнк. Ну, вот Чайл у Гамбина гораздо интереснее последнее то, что вышло. Ну, ему там на лицо женщины задницами трясут, да. Я не знаю, это Клауд Рэп, типа, в 2018-м, серьезно. Давай попробуем хоть одну 45 минут, но уверен, что зайдет. Нет. Ну вам-то может и зайдет, мне не очень. Как пересмотри... перестать смотреть аниме? Да, просто смотришь, набираешь критическую массу, понимаешь, то, что там везде одни и те же архетипы и персонажи функционируют, и сюжетные ходы. И перестаешь до какого-то определенного момента, и вырастаешь. А потом просто можно возвращаться иногда какую-то ультрагодноту смотреть, как я посмотрел там пару месяцев назад форму голоса и пропёрся. И мне это было отлично. Просто как фильм с другой подачей материала посмотрел. Ты сугубо один стримишь, потому что хикан или потому что не зовут? Да звали меня. Ну, типа, кто, зачем, а как вообще? Не-не, у меня свой формат. Идем, смотрим на экран Паладинс. Да мне просто заплатили, сказали, покажи экран Паладинс час. Вот придется как-то рубать. Дэвил Мэна не смотрел. Кинологов. Нет, я никакую, можно сказать, критику не смотрю, наверное. Если это критика. Что за кинологи? Про собак, надеюсь? Кинологи. Кинологи, возможно? Нет. Кстати, у ДТФ довольно хорошие профессиональные видео выходят на игровую тему. На их видеоканале. Там очень мало просмотров, буквально по 2000. А мы тебя все равно любим, чтобы ты там не бухтел, сколько бы там не пропадал. Спасибо большое, это очень радует и греет. Я стараюсь делать, чтобы было клево. Ну, может быть, в первую очередь себе я все-таки стараюсь делать, чтобы мне было самому интересно делать это и смотреть. Но, типа, да, для людей. То есть, если мне там, условно говоря, человек скажет, что делай не так, я, может быть, не прислушаюсь, но если кому-то это заходит, совпадает мнение с моим, интересом. и... Да. Удивил своей рецензии на Kingsman 2. Ну так, иногда. Да, такое на самом деле. Хорошо сказал, да? Донаты не работают? Да, конечно же, не работают. Работают! Обзор на Switch будет. Я все делаю неправильно. А кто что-то делает правильно вообще? ждешь от Red Dead Redemption 2? Ну, сложный вопрос. Потому что в GTA 5 они очень сильно... Вообще революционная у них идея, конечно, амбициозная, скажем так. На Red Dead Redemption 2, судя по обещаниям. То есть обещание сделать... А... Как бы это сформулировать? Бесшовный переход от открытого мира к сюжетным миссиям. По крайней мере, так сейчас журналисты отзываются о Red Dead Redemption 2. Это интересно, но как это сделать? GTA 5, конечно, была напичкана контентом и интересной сюжеткой, и подачей, и механиками, и геймплеем. Но потому что это происходит в современном мире, как это сделать в сайдинге Red Dead Redemption 2, Red Dead Redemption 2, не совсем понятно. Почему ты всегда стымишь 2 часа, с чем это связано? Меня потом в палату обратно отсылают, забирают как тебе киновселенная Клэверфилда. Это опять ужасно пишут. Чувак, она вышла в 2013 году, блин, или в 2014. Для того времени это просто отрыв, отрыв башки был. Да, 2013. И Last of Us тоже уже, блин, 5 лет прошло. Посмотрим, что они за эти 5 лет смогли нового изобрести. Что думаешь, а лучше звоните Солу? Оно смотрелось хорошо первое время, а потом превратилось в сериал, в котором происходит ничего. Что, возможно, было таки неизбежно, потому что это приквел. Но там реально ничего не происходит три сезона. Под конец просто выбесило уже. Смотрел советник Ридли Скотта. Нет, не смотрел. Я смотрел последнее с, как раз с Мэтт Дэймоном. Аккаунтант или как он? Бухгалтер? Не бухгалтер, не помню. Он тут прикольный. Люди до сих пор в Вов играют. Ну, конечно, играют. Пью ли ты арсенальная крепкая? Нет, я не пью, поэтому не пил. Да это же все на вкус одинаковый, по-моему. Чмок лобик. И тебя тоже. Озарк. Начал, что-то не зашло. Если бы ты был Таносом, кого бы из разработчиков убил. Ну а зачем? Люди же делают. Ну, я хотел сказать, все, конечно, творят. Не, ну а что это за подход такой, кого бы из разработчиков убил? Лол. Ну, также рандомно 50%, видимо. Серьезно можно настолько быть категоричным, чтобы мечтать убить разработчика? А зачем тогда вообще вот что-то делать? Зачем я сижу стримлю, если кому-то может настолько не нравятся мои стримы, что он мечтает меня убить. Ну ты прикинь. Ну, как бы тебе не нравится, там разработчик какой-то, контент-мейкер, ну, блин, не смотри. Это же жесть полная. Когда-нибудь я сделаю свою ААА-игру и позову тебя на работу озвучивать. Люблю тебя, Гуфени, меньше, чем три. Все, договорились. Так что да, думайте над своим поведением. Не надо никого убивать, пускай все живут. Ну, чем я, пожалуйста, жизни? Ну, ты, ты зашел не в тот район, приятель. Смотрю я стримы? Нет, не знаю, кто это. Из книг последний интересное прочитал, может посоветовать. Ну, я сейчас читаю, типа, науч-поп. Поэтому не знаю, насколько его можно советовать. Пиши сокращай, сейчас читаю про информационный стиль. Если вы каким-то образом с писаниной, с редакторством связаны, особенно с такой деятельностью, которая требует от вас более лаконичного стиля, то пиши сокращай, интересная книга. Только ее ни в коем случае нельзя пиратить, она очень прикольно оформлена. Ну, в принципе, наверное, можно, если какая-нибудь подаевка есть, прям, которая с книжки снята, но это клевая штука. Digital Resistance. Как тебе давка смотрел? Блин? Ну, прикольно, когда первое видео увидел, очень смеялся. Не помню, какое видео первое видел. Uh, что-то про, про детей, наверное, как-то, ну, что-то такое. Ну, ему сложно будет. То есть первые 10-20 видео делаешь на кураже и на стайле, а потом понимаешь, то, что, uh, да, по -по подачу и формат нужно как-то пока хорошо. Ну я, я даже не знаю, что он делает, не делает. Я, наверное, даже все видео не смотрел с канала. Да, ну не делал давно ничего. Хотя просмотры, конечно, крутые. Ну, блин, это такой контент, который сложно делать, да. Летсплей просто делать. Не надо такой контент делать, который сложно делать, конечно. Это единственное, что я за свою долгую YouTube деятельность euh, понял. Если ты каким-то образом смог добиться вменяемых просмотров, делая за два часа видос, желательно каждый день, хотя бы через день, вот с таким контентом нужно выходить на YouTube. Хорошо, пока на две недели раньше релизят. Это важно. Ух, хорошо, вот застримлю. Айтипедию не смотрел, не смотрю. Ну, блин, я же не... Не молодой человек, которому нужно прозрение во многих областях жизни, который не знает, что такое интернет вещей. Так что это для своей аудитории, конечно. Лучший стрим паладинов, что я видел. Мне с мамой нравится. Слушай, хорошая такая игра. Буду ли я рестримить Е3? Нет, не буду. что думаешь о новом клипе Чарльч Гамбина. Будем на этом, наверное, заканчивать. Это очень клевый клип, именно по атмосферности, по подаче, по живости, скажем так. Ну и песня хорошая. Он там реально поехавшего такого отыгрывает Гамбина. Ну, в смысле, как его зовут? До -до -до -дональд, Дональд Гловер. Еще по комьюнити. Что-то такое из комьюнити тоже там проглядывается. Прикольно, чел, но это американская тема, нам не совсем понятная жестокость полиции, дискриминации, все таки У нас свои жестокости полиции, дискриминации, но они совсем другие, поэтому на это смотришь действительно как на срез такой реальности чужой, залитый в смолу и показанный тебе в музейчике. Выглядит интересно. Смотрелся Бибор. Нет. Не очень интересно. Ну, как бы. Такого жанра есть много качественных фильмов. Я не думаю, что он совсем плохой, я думаю, что он просто. Я думаю, что просто есть фильмы лучше. но в альбом Arctic Monkeys. Я, наверное, ни одной песни. Почему нет озвучки донатов под цвет настроения синий? Потому что это мемная, не смешная херня, и вы все неправы. В том, что она мемная, смешная херня. Она мемная и не смешная. Думаешь, я запретил кинца Марвел на 9 мая. Надо было, блин, весь иностранный прок... Вот то, что сейчас они делают, это абсолютно никак не канает. Нужно было по принципу Китая в начале 2000-х обрубить интернет, обрубить приток иностранных фильмов и строить свой кинематог. Вообще все, просто железным занавесом рубануть с 90-го года. Почему бы не возродить старую добрую традицию с короткими мнениями на лайф-канал? Мне ничего не дается тяжело, я просто великолепен. Ну, я посмотрел там такое. Спасибо, в любом случае, да. Разберемся. Короче, в начале 90-х нужно было рубануть вообще все железным занавесом и за эти 30 лет построить нормальную промышленность, пищеварение, и фильмы бы научились снимать, и что там еще? 90-х нормальные фильмы еще выходили. Но по принципу китайского проката. То есть они в итоге отгородились за анвесом, у них квоты были на зарубежные фильмы, и они построили свою индустрию успешную. И фильмы выходят годные. Да, они у нас выходят. Но сложно конкурировать, объективно сложно. Такие вот искусственные запреты, они, конечно, ничего, ни к чему хорошему не приводят и ничему не помогают. В принципе, отодвигать дату релиза условных мстителей на неделю, если выходит действительно какой-нибудь хороший фильм. Но там не выходил хороший фильм. Ради чего вообще сдвинули? Ради танков, премьер-мстителей? Но это был плохой фильм, они ничего не собрали. Условная какая-нибудь, если бы выходила «Битва за Севастополь», возможно, ей бы помогло. Нормальные фильмы собирали бабло и конкурировали с зарубежными. Плохим ничего не помогало. Топ-3 последних фильмов в этом году. Даже не знаю. Тихое место, да, тихое место, офигенное. Я просто зашел на топ-250 фильмов в кинопоиске, посмотреть, что в этом году. А тут 8 фильмов. Мстители, Остров собак, первому игроку приготовиться, Тихое место, Ночные игры, Тренер, Тренер, Собибор и КВНщики. Господи боже. КВН не покидает просто. Из этого всего списка я могу... Собак еще не смотрел, наверняка собаки. Тихое место это очень хорошо, да. Ветра на река. Ветра на река это не этого года фильм, поэтому... Спрашивают, формат Дудя быстро загнется или уже? Ну, от гостей зависит. Больше не от него. Но он может дальше просто делать какие-то более общие выпуски собирательные такие, да, как про MTV был очень прикольный выпуск. Но опять же, не всем, я думаю, он заходит, он заходит именно тем, кого, кого это соприкасается, так или иначе. Да нет, не загнется. Людям журналистика в стране нужна, даже если она про рэперов, скажем так, да. И интервью, опять же. Я думаю, нет, не загнется. Никаких подвижек нет тому, чтобы это загнулось. В ближайшее время и так. Все, будем заканчивать, наверное, да? думаешь, провалится ли фильм про Хан Соло? Нет, потому что Дисней вкладывает в маркетинг 300 лямов долларов. Это не может провалиться. И «Звездные войны» еще не, надоели всем так, как они надоедят через 5 лет, условно говоря. Друзья! Не хочу ли я сделать свой подкаст, на котором я буду говорить? Я не помню. Нет. Я думал делать еженедельное шоу, прикинь, такой такое. Ребят, будет все. Все будет хорошо. Ждем 45-минутное видео. Нет, все будет хорошо, кроме 45-минутных видео. Все будет очень хорошо у нас всех и у меня. А если не будет, значит так тому и бывать. Значит мы сами не постарались. Спасибо всем, что пришли. Простите, что игры были такие, хотя это проблема разработчиков, конечно же, не стримера. Стример вообще невиновен. Стример — невинный огнец, которого на убой повели. Всем спасибо, приходите еще, и я приду. Ненадолго. Да я приду.